В этом ролике вы увидите, как бабка Алка будет сражаться против добавленных нами мобов. Мёрфи подготовил эту старуху к бою, и теперь она в полной боевой готовности. Как долго я ждала этой встречи. Ну и сегодняшние существа довольно-таки не промах. Ну а также сразу хочу сказать, если вы наберете под этим видосом 30 тысяч лайков, то эта красотка на девочке Венсдей будет следующим фаворитом в поединке против боссов. Ну а мы... приступаем. Ну что, Градус, давай посмотрим, кто кого. Моя бабка Алка, между прочим, самый сильный моб в ванильке после Вардена уж точно. А, кстати, мы Вардена не добавили, потому что он убивает остальных мобов сквозь стены. Поэтому он тоже будет, но у нас есть еще заготовки, которые мы не можем показать, поскольку у нас и так множество полос здоровья вверху. Бабка Алка твоя-то не промах, но не настолько хороша, чтобы победить всех мобов отсюда. Некоторые из них просто интересные, а некоторые из них просто могущие. Смотря на того челика, я сразу понимаю, что бабка струсит и убежит. Я готов к бою. 3, 2, 1. Ова-на. Ну и бабка Алка выходит на охоту. Ну и какого из этих дохляков ты достанешь первым? Я достану его. Ведь и правда дохляк. Бабка Алка, сражайся, вперед. А вот и начинается наш поединок. Кто кого? Кстати, сколько здоровья у того дохляка? 62. Или 68. 86 брони. Но бабка потеряла всего лишь 36 хп. Прочная, 400 хп, как у Вардена. Да она даже не почувствовала, особенно под этим. Ты понимаешь? Нет. Пойми. Окей. Дальше я добавил сюда ниндзя-зомби, который умеет уворачиваться от ударов. И погнали. Он что-то делает, конечно. Ой! Он, видимо, застрял на этих, на слайм-блоках. И бабка тоже надо подвинуть. Ну-ка, давай, ближе. Давай. Понимаю, ты уже на пенсии, но двигаться это жизнь. Так, немного не рассчитал я. Я думал, они побегут дальше. Как только со слаймом сойдут. Давай их спустим. Давай. Видимо, не получится. Зомби любит упрыгивать. Знаешь, на каких-то, может быть, неровных локациях он бы и смог победить бабку Алку, если бы... Ой, что? Что произошло? Он телепортировался? Да, в этом и прикол ниндзя, то, что он уходит. Ему практически не наносят урона. Сколько у него брони? У него почти нет брони. Скорее всего, она просто бьет его в щит. Откуда взялся еще один зомби? У этого даже побольше хп будет, чем у того. Это клоны. Так, ну она его все-таки пробила. Клоны, интересно, такие же боевые? Давай, 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 давай. Опа. Я все равно сомневаюсь, что это было бы честно, даже если бы они ее кокнули. Они по ее не кокнули, потому что это бабка Алка. Я пока что не беру самых сильных мобов, поэтому мы идем по первому ряду. Хотя здесь иногда будут попадаться случайные боссы. Давай тогда, ну не знаю, может вот этого странного Вардена тебе выбрать или ребят из закулисья? А может просто какие-то страшные хорроры? Давай вот эту голову возьмем. Битва. Ой. Он очень легкий для нее. Призрак пустыни, и он что-то реально быстро закончился. Давай тогда возьмем... выбирай, выбирай любого. Я хочу его, Тартарус. Тартарус, ну вперед. Тартарус, сможешь ли ты победить? Так, и он спускается на прыжком. Зарубит он ее сейчас или просто сожрет, непонятно. Но моб он страшный. Я не понимаю, это бабка его так отталкивает? Да, это бабка, у нее отдача 2. Ага, все улетают просто в разные стороны. Так, наверное, придется нам заменить слайм на пшеницу. Знаешь, мне с самого детства было интересно, что будет, если противостоять будут вот этот вот заяц из «Ну погоди» и бабка Алка. Да, добавили на 1.19.2 моб на зайца из «Ну погоди». И мне интересно, посмотрите на этот бой, ведь мы когда его спавнили, он ломал бедрок и пришлось поместить его в рамку. Спавнь. Ой, чё он прижался? Он разжался уже. Да, ну-ка, опа-на, я думаю... А тут... заяц-то быстрый. Да, а ему быстро урон-то наносят. Бабка Алка не промах, но у нее тоже уже 200 хп нету. Заяц... А-а-а! Ты видел? Он... Его откинуло, что он прям проломал собой бедрок. И какой из него лут был? Рука робо-зайца. Ух, ё. А ну-ка, как она будет в действии? Это я еще не проверял. А, она стреляет какой-то штукой. Ну, уже неплохо. В этот раз позволь выбрать мне. Вот это тоже какой-то мини-босс. Ледяной лорд или что-то типа того. Чему-то сравнивая их здоровье, мне кажется, что этот ледяной босс победит. 450 хп против 400 бабкиных. Причем у бабки 3 единицы брони, а у него 15. И, кажется, это первый претендент на победу против бабки Алки. При этом бабка Алка неплохо, ему так хп сносит. Они почти наравне идут. Смотри, у него даже есть свои способности, а я тебе лишь скажу одно. Ёлки-палки, где моя помадка? Ёлки-палки, где моя помадка? И потихоньку бабка Алка лидирует. На удивление, но лидирует. Она сейчас из него таких деликатесов. Тихо, 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 он что-то приготовил.
Ты видел это? Он просто заморозил ее, наверное, я не знаю. Так, 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 может еще есть какие-то тузы в рукаве, которых он не показал? А, нет, наш рыцарь откисает. Он уже тогда склонил голову перед ней. Ау, ну что ж. У нас бабка Алка теперь королева рыцарей. А как насчет наемного убийцы? Я призываю тебя. Направляем ее на бабку. Бабка разгоняется с сумасшедшей скоростью. Ассасин, я переживаю за то, что они близко к другим мобам. Они порежут ли они их, пока они там за стеклом находятся? У меня ощущение, как будто бабка сама по себе бьет быстрее. Ой, ты видел этого супер-ниндзю? Да. Ну, смотря какую скорость ты ей выписал. Ты ж этого моба создавал. О. Да я не помню. Тихо! Это что такое? Ассасин-то реально что-то может. Но ненадолго. Бабка-то потеряла всего 213 хп. Чё за... От этого надо избавиться. А, бабка до сих пор лидирует. Никто не мог сравниться с ее силой. Ну а как насчет обезьянка Эмир? Первая фаза. Вот такой ну-ка. Милый небольшой моб. Бабка уже сбегает на свою сторону. Ей его приспичило сходить Подожди, на свой трон. Тут чувак телепортируется на свой трон. Да, Мёрфи. Выбрал же ты для нее трон. Какой заслужила. Вот начинается бой. А она его прям кромсает. И прям сильно таки. А он ей почти ничего сделать даже не может. Ну тут уже у него вторая фаза. А сколько у него этих фаз? Три, если не ошибаюсь. У всех у них очень мало хп. У кого-то 60, у кого-то 80. Он каких-то жучков-скоробеев призвал. Вы бы слышали его крики. И пока бабка маньякально в это время смеется. Так, что, он сдох? Сюх, сюх, сюх. Ой-ой-ой, у меня эффект кровотечения. А почему у меня он тоже был сейчас? Кто его знает? Теперь я выбираю, я хочу выбрать вот этого челика из Silent Hill. Это пирамидоголовый. Вызываем тебя. Боже, тут такие жуткие звуки от этих боссов издаются. И параллельно от бабки Алки. Ну вот что-что я не ожидал на самом деле, так это увидеть бабку Алку в Майнкрафте. Рубящую боссов пополам. Мне кажется, одно хихиканье бабки Алки страшнее, чем все эти звуки вместе взятые. Так, я хочу, ну не знаю. Ладно, давай я тебе даю возможность выбрать из мобов, которые сейчас перед тобой есть. Я хочу ксеноморфа. Это, кстати, один из слабых мобов. Я не думаю, что он много что-то сделает. Ой. Но он блюется, видишь? Ой, какой-то кислотой. Бабка отравлена, но ненадолго. И что это вообще такое? Кровь ксеноморфа. Это та, которая разъедает все, на что она попадет. Ну, кроме бедрака. И пшеницу она тоже не разъела. И вообще ничего не умеет. Да. Тогда давай, может быть, ночной кошмар. У него 150 хп, брони нету. Может быть, у него есть какие-то теневые атаки. Он вообще, он ничего не может. Бабка Алка просто запугивает их только своим видом и хихиканьем. Да, и красными глазами, особенно ножом с заточкой в руке. Мёрфи, ты когда создавал эту модельку, ну ты просто гений, я не знаю. Она и плохая, и хорошая одновременно. Но мне кажется, больше хорошая, чем плохая. Напишите в комментариях, насколько вы вообще оцениваете эту бабку Алку в сравнении с оригиналом от 1 до 10. Напишите в комментариях, хотели бы вы иметь такую бабушку. И жить в Зажопинске. Я вызываю Джеффа убийцу. Ой. Так он вообще 20 хп, она его с одной тычки. Пиу, пиу. Ну давай посмотрим. Джефф, нападай. Тут... Ну ладно, с двух. Он ее даже не успел покромсать, всего лишь 5 сердец. Даже бабке Алке здоровья обновлять не надо. Давайте, живая форма или как это? Ну звучит жутко. Да, лайфформ. Лайфформ. Так, бабка, ты куда зашла в чужую зону? Так, ой. Так это они такие звуки страшные издавали. Ну, кстати, его преимущество было только в скорости. Тогда давай пока что перейдем в категорию тяжелого веса. Вот такой вот берсерк. Ну, давай, давай. Я все сделал, они сейчас будут сражаться. Мужик с кувалдой, давай. Ой. Он очень медленно бьет. Он мне напоминает железного кована из Мовзимопса. Смотри, ой. О! Так, 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 не, бабка Алка откисает. Прям откисает. Смотри, да нет. Он ее жарит по полной своим огненным топором. У них одинаковое количество хп. А, 219 у него, и у бабки Алки 175. Опять какой-то спецэффект. Надеюсь, он не спалит нам пшеницу. Хочу заметить, что на нее не работает ничего, кроме ударов игрока. То есть она не тонет, не горит, не отравляется. Что? Он сотрясает 40... землю. А чё бабка стоит на месте? Я ты не чё? Знаю, чё бабка стоит на месте, но он сейчас поджёг наших мобов за стеклом. Бабка, он победил. 25 хп осталось. Он победил на количестве 25 хп. Сильный моб, сильный. Но при этом хочу заметить, что она что-то бить его перестала. Я один хочу сталкера сейчас против бабки. Ладно, я и так часто выбираю. Давай, твоя взяла. Пошел разгон и сталкер. А, у него 120 хп. А у него, может, суперсильные атаки? Нет? Нет? Нет. Эх.
Быстро же он погиб. Ну, признайся, увидев такое в Майнкрафте, ты бы испугался. Кого, бабку Алку? Да. Того чувака нет. Как ты можешь пугаться такой милоты? Не выдумывай. Вот не хватает только фраз бабки Алки во время самого поединка по типу: как вы проникли в мой дом? Бабуль, бабуля, как ты его назовешь? Тварь. Вот, правильно. Вот такие пироги. Я хочу, чтобы призмариновый наблюдатель сразился с бабушкой. Даже звучит абсурдно и смешно и тупо. О! Опа. Ничего творит. Себе. А чё, а где твои хп? Мужик, эу, куда? Он тоже какой-то бесполезен. Ой, да не, он интересный моб, ну. Фига ты бабку на пенсии сделал сильный, конечно. Ух ты, ух ты. Все бабушки на пенсии становятся сверхлюдьми. Ты бы смог с 7 утра до 8 вечера на автобусах кататься, да, я да, нет. Да, и в очереди стоять. Вот. Вечно они в каких-то очередях. Здесь мы с обычными мобами почти закончили. И учитывая то, что среди всех них пока что есть только один победитель, именно Берсерк, этот огненный. Давай попробуем Вендиго. Говорят, что он владеет каким-то проклятием, если его убить. Давай, нападай на нее! Проклинай все. Ее! Все. Бабку Алку нельзя проклинать! Она сама проклянет, кого хочешь. Потому что, если ее что-то не устраивает, у нее с тобой диалог короткий. У нас есть еще проклятый рыцарь. Давай, вырывайся, чувак! Че ты там застрял? Он боится, давай помогу. Давай, подвигай его. На! Так, так, так. Кстати, он неплохо сносит, ты посмотри. А сколько? А он наносит несколько ударов, так еще и кровотечение минус 2 хп. А, эффект кровотечения, блин, это, наверное, еще, знаешь, там сквозь броню работает. Да, ну, кстати, у бабки она небольшая, 3. Но смотри, 226 хп. Ну, бабушка молодец. Да, крутые похороны бабушки Алки. Она устроит кому захочешь. Ну и главный пока что видимый гость программы — этот голем. Дальше у нас будет девочка Венсдей, сиреноголовый и прочее. Поверьте, там есть на что взглянуть. Эти мобы были настолько велики, что они не помещались в наши клетки. Пришлось выделить для них отдельное место. Давай, ух! Чё за прыжок? Ничего себе! Чё за удары? Чё за кифтеля? Бабка его почти не пробивает, 11 хп только сносит. 15 брони и 100 хп, у бабки же 150. У него есть какие-то критические атаки, которые много наносят урона. Нужен. Пожалуйста, не умирай, нет. Бабку Алку смог победить только он. Окей, бабка Алка все так же ведет. У меня был только один моб. Но поверь, Мерфи, дальше больше и сильней. Погнали, дружище, начнем с Венсдей. С последней парты, но... Бабка Алка против девочки Уэнсдей. Битва мемов! Ту-ту-ру-ту-э! Почему не добавили босса бархатные тяги? Да. Я займусь этим. Я думал, она сильная будет. Я ее в следующем ролике хотел против других. А так-то она слабая. Не волнуйся, я сделаю тебе босса бархатные тяги. Ну хорошо, спасибо, я буду ждать. Воу, какой-то котел жуткий. Ой, прыгает как паук. Жуткий. Столько огня. Бабки как-то вообще на его огонь пофиг. Да, такое впечатление, что бабка сейчас заорет. Вот с таким разгоном она идет на каждого босса, моба и прочих. Ой, землетрясение. У нее сейчас есть преимущество. Она потерялась. Ты что, не дерешься? Так, да ее сейчас спалят. Давай в бой. Не стой АФК. Все, я сделал все. Так. На! Сколько я не вижу, я не могу найти ее здоровье. 103 хп, 198. У вулкана 80. У вулкана, ой, 50. Блин, вулкан проигрывает. Так, бабка сколько? Сколько? Нет. И кто же? О, у бабки 2 хп. Вот поэтому я и сказал. Короче, был кадр, где у нее было на 8 хп меньше. Я говорю, если будет честный бой и она проиграет, то тут будет нечестно из-за 8 хпшек. Поэтому да, бабка Алка сейчас на тонкого. Такая живучая старуха. Как ты все присмотрел? Да, я думал, ну, мало ли. Давай так, редстоуновый голем. Да бабки Алки даже на него все равно. Думаешь? Да. Да, а вот... Оу! Нет, нам сейчас все разрушат здесь. Он ее сейчас в блин превратит. Либо она его. Ну, не сказал бы. Сколько? У него 15 брони, 450 хп, ему сносят хпшки, да, но бабка Алка... ты куда стал? Ты чё сидишь на месте? Ты понимаешь, что ты урон получаешь? Он призвал маленьких големов, которые тоже будут наносить ей урон. И они бегают за ней. Блин, бабки 130. На хп не вижу. 130? Голем иди, проигрывает. У бабки 80 с чем-то, по-моему. Блин, ну голем, когда он вот так на передышку становится, он много теряет. Так, есть еще маленькие големы. Он убил!
Сколько у него хп? 2! В этот раз он с 2 хп победил бабку! Это невероятно! Кто бы мог подумать, что старая женщина лет 80, пенсионерка, она не смогла победить огромного гигантского железного каменного редстоунового голема! Действительно, пенсионерка не смогла победить редстоун голема огромного. Где ж такое видано? Да, где ж такое видано? Так, это наш второй победитель за сегодня. Погнали дальше. И вот у нас Эндер... Я не знаю даже, как его зовут. Орденс, наверное. Так, я призываю и на бабку отправляю. Так. Выбрасываем. Выталкивай его быстрее. Что он стоит? А, нет. Что? Какого? Он телепортируется. Мы не сможем уследить за всем. Ему все равно на ваш бедрок. Он раскручивается, как не знаю, как спиннер. Так. У него есть сверхспособность, он создает вокруг себя круг, как от этого дыхания дракона. Да, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты посмотри. Они идут наравне. Мне кажется, он убьет нас, пока мы тут в креативе летаем, чисто случайно. Ты видишь эту способность? Да, не хотел бы я с ним сражаться в обычном майне. Существо сделано из рамки портала в Эндеркрай, там Хоруса, ну короче, это батя Райма. О, нет-нет-нет-нет, бабка победила Эндер-сущность, да камон, бабка! Бабка всемогущественна. Да, у нее что проклятие, что удар. Настало мое время призывать, и это будет Шива. А, кстати, его убили. Я хотел пошутить, что это ее муж. Это обычный моб, который мне просто понравился. Да, по всякаки, просто по внешности. Ну, они, кстати, походят, подходят. Демоны, бабка Алка. Блин, я даже не знаю, тут так много мобов мы подобавляли. Столько новых мобов на версии 1.19.2, что я, наверное, думаю, мы не успеем всех показать. Мы уже сколько тут с тобой сидим, полчаса с этими мобами разбираемся. Что-то он тупит. Вот этих рыцарей, кстати, полно, но они все какие-то однотипные. А, ты смотри, он спавнит скелетов. О, это что? А, он своих скелетов еще направляет на этих, на големов, которых призвал предыдущий моб. Эффекты прикольные, но бабки Алки на всех насрать. Как всегда. Как всегда. А сталкера-то мы не призывали. Смотри, какой молодой рыцарь на черном коне. Против бабки Алки, и это, походу, что это? Артас, это ты? Но у него волшебный посох. Может, он колдовать будет? Сомневаюсь. Он выглядит просто как безделушка. Он как будто протыкает бабку Алку, знаешь, как на рыцарском дуэли. Но у нее сносится по 10 хп стабильно, притом он такой часто. У рыцаря уже нету больше половины хп. Бабки все больше половины хп. Ну, понятно, бабка опять всех сделала. Понимаешь, у папки просто есть естественная броня. Ну, естественная броня в 6 штук, это не так уж и много. Какие 6 штук? Ты посмотри, какие тут килограммы. Короче, эта бабулька пожелает любому уважающему себя мобу и не очень... Спокойной ночи. Именно после этих фраз она обычно отправляет всех в нокаут. Я так полагаю, что сейчас она отправит вот этого человечка в нокаут. Вот этого человечка в нокаут. Который не человечек, а песочный человек. У него кактус. Брутальный кактус. Да ну! Серьезно! Я думал, она легко расправится с вот этими мобами, которые были здесь изначально. Когда я вот добавлял вот этих боссов, я смотрел на них, они такие были крутые. Я думал, за ними будет счет. Мы лишний раз доказали, что бабка Алка бессмертна. Ух ты, торнадо, ух ты. Не хотел бы я с ним сражаться тоже в пустыне, вот так вот бегать. Он к торнадо засасывает и бьет. Но бабка Алка сказала ему... Спокойной ночи. Так, у нас есть роботизированный вепрь. Ой, я его убил. Во, кабанчик, куда ты прыгаешь? Что ты делаешь? Он отбрасывает ее. На. Нифига себе. Кабанчик пытается убить ее жиром, но не помогает. Он пытается раздавить ее, превратить в лепешку, как зайца. Мне, к сожалению, не хватает в Майнкрафте такой возможности, что когда кто-то нападает на моба какого-то или игрока, его можно было придавить. Хотя я где-то находил подобный мод. И действительно страшного моба... Страшного меня поймут, потому что он издает очень страшные звуки. Я звуки отключил. Не тревожит ни ваше сердце, ни мое. Но тем не менее, он идет на бабку Алку. Наш любимый Siren Head. Когда-то в прошлом популярный. Но сейчас я его добавил просто потому, что он гигантский, страшный и смахивает на такого неплохого босса. У него уже 270 хп. Бабки сколько? Очень мало. 108. 108? Он ее просто давит ногой. Ну, с этим я хотя бы не прогадал. Да, он по 20 урона и наносил. И бабка Алка отъезжает от сиреноголового. Ну, да уж, сделаем скидку на то, что бабушке уже за 80, и она не справилась с огромным мутантом из списка творений Тревора Хендерсона, но она неплохо держалась даже против него. Мне кажется, от его звуков у нее даже слух появился. Я не знаю, стоит ли вот таких киборгов спавнить, у них хп мало.
О, вот этот большой. Ну, давай, давай большого, чисто большого попробуем, повезет, не повезет. Опа-на, чё? Он убегает. Мне интересно хотя бы посмотреть на его способности. А чё эти челы, они должны были умереть, я их убивал. А может у них какая-то что-то типа второй стадии есть? Что-то у них, походу, второй жизни есть. Они какие-то сломанные и взрываются со временем. То есть это бомба замедленного действия. О! Бабка его прикончила почти что. Да. А у бабки много хп, да? 224, достаточно. 400. А, да, у него реально как будто вторая фаза появляется. Нет, они сломали и туалет. О май гад, только не это, хотя мне он не нравится, я бы его полностью сломал. И напоследок мы выяснили, что есть три босса, которые смогли победить. Покажу их еще раз в конце. Вулкана мы спавнили? А, нет, вот, нет. Вот этого давай. У него 570 хп, это довольно много. И 7 брони, это тоже неплохо. И он наносит бабке по 10 урона, пока бабка наносит ему по 12. Ой-ой-ой-ой-ой, у него довольно разрушительная сила. Вот, идет веселая нарезка... моей базы, моей арены. Что ж вы так ее не любите, ребята? Веселая нарезка вулкана. Спасибо, что хотя бы бедрок не ломаете. Я аж заикаться начал. Эх, да. Я думал, бабка реально будет послабее. Не думал, что у нее будет так много шансов. Метеорит. Нормально. Что ж, теперь будешь ты. Смотри, какой он страшный. У него вместо головы рука. У него вообще и глаз больше, чем нужно. Но он выглядит как реальное существо такое из хорроров. Но я хочу честно тебе сказать, я увидел нескольких мобов здесь вообще впервые, поэтому я хочу их добавить в какой-нибудь троллинг Райма. Надеюсь, он не посмотрит этот ролик и буду его скримерами просто пугать. Ух, ё-моё, что это за кровавый заряд? Я не знаю, но выглядит классно. Мне нравится, как они сделаны. Они реально сделаны хорошо, только не в случае против бабки Алки. Против бабки Алки ничто уже не поможет, даже квест. Игроку будет против них реально сражаться тяжело. Хотя, может быть, я призвал бы еще барона вампиров, посмотрел бы, кто бы справился с ним. В таком случае, спавню вот этого. Бабка Алка против скелета. Скелета демона, между прочим. О, она его затолкала на свою территорию с алмазными деревьями. Это, кстати, алмазы, которые она выиграла в остальных турнирах перед попаданием сюда. И она решила похвастаться тем, что у нее много денег, потому что все турниры она выиграет. Между прочим, этот скелет-демон правая рука бабки Алки. О-о-о-о! Ты видел, он пентаграмму нарисовал? Видел. А нет, опять! Да ладно, все уж там. Нам бы сейчас очень сильно пригодилась способность Влада. Плитко-укладчик? Конечно. Кто-то еще помнит этот мем? Я помню. И все еще надеюсь, что он вернется. И ледяная магма, последний моб на сегодня. У него, кажется, больше всего... А, не, мы еще Вардена не спавнили. Вот Варден будет последним. Ну, этого чувака 650 здоровья. В полтора раза больше, чем у бабки. У него есть способности по-любому каких-нибудь предыдущих боссов, с комбинированными с двумя элементами. То есть это будет им и лава, и лед. Но... Че там бабка? Сколько у нее хп? 270. Он снимает ей по 7 хп, пока бабка снимает ему по 19. Знаете, порой не всегда крутые способности по типу владения стихиями и прочего того. Хватает просто специально заточенный нож от бабки Алки, чтобы побить всю нечисть в этом мире. Кроме, ну, разве что редких экземпляров. Кстати, да, могу тебе подарить, держи. Где? Специальный нож от бабки Алки, под тобой. О, отлично, буду чистить им зубы. 17 урона. Так-то много. Ну, давайте, закончим красиво. Ой, закончили красиво. Не говори. Бабка Алка, тебе в данной ситуации я могу пожелать только удачи. Потому что Варден сносит по 30 хп. Ну, было бы у бабки Алки больше защиты, возможно бы она и выиграла. Ты понимаешь, что ни Варден, ни бабка не горят на в лаве? Кстати, она проиграла. У них огромное сопротивление к откидыванию. И они просто стоят как два истукана, дерутся между собой, да. Да. Ну что ж, ребята, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы что-нибудь придумаем с девочкой Венс, если наберем 30 тысяч лайков за неделю. Мне, в принципе, битва понравилась, и скажу честно, даже при том, что Мёртвин делал этот мод, я не думал, что бабка будет настолько сильной. Вот такой я сделал вывод. Всем удачи, всем пока. Я вам таких деликатесов наделаю.